рассказывает про Владимира Александровича. Что ты делаешь? Ладно, с Богом, сестра. Я делаю стряпа лепешки. Каждый раз у тебя спрашивают лепешки, какой рецепт? Да какой рецепт? Обычный. Заводишь тесто, заводишь муку, воды, соли и стряпаешь. Так, а что у тебя здесь эта вот большая кастрюля такая? Ну это под это, под тесто. Там тесто, наверное? Ну там немножко. Я же только на лепешки завел. Ты черную там и не видал? Нет, а я не выходил на улицу-то. Не выходишь. Да. А ты что будешь делать сейчас, когда лепешки спечешь? Не знаю, посмотрю, работы-то много. А что? Я сейчас расскажу. Очень важное дело тут такое. Вот какая тут у нас работа. Посмотри, сколько кружек только. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот, на стекло. О-о-о! Но они не такие пышные. Не так тесто завел. О, да горящие какие! Горящие, горящие. Вот оно. Ну-ка, скорее бери из рук. Ой. Это сколько? Пять штук ты сделал? Шесть? Ну, шесть еще. Пять, наверное. Шесть, шесть. Вон еще. Там еще одна, шесть. Ну. И кому ты будешь давать их, или только для своего круга? Никому. Ну, я же Василию дашь одну, наверное. Ну, дам, если попросит. Ну, и матушке надо дать. Не знаю. А еще не знаешь? Она столько помогает все время. Нет, я угощу, если попросит, но они в основном хлеб покупают себе. Ну, ладно. Все, холодильник у нас тут есть, видишь, аппарат сидит, стоит рядом. Это тут такое хозяйство у нас. А вот это вот Ирма помогла, Ирина зовут, в Испании одна. Они как бы католичка она, ну, узнала нашу нужду, сразу денег прислала. Делает специально, говорит, у вас если еще закроют YouTube, такое богатство попадет. Нужна копия, и выслали деньги на копию. А туда Виталий ездил, у них пожил маленько, неудачно. Он был не прав на 100%. Да, у нас тут все, это Потеряевки. Тут вот после Романа, говорит, просторами набитая банка осталась. Да, закрученная даже. Да, закрученная. А куда он готовил? На подземные работы? Не знаю. Так, это холодильники, два холодильника стоят. Еще там сенках два. Покажу сейчас. Большие холодильники. Это у Владимира все здесь. Во. Вот оно. Вот это да. А если посмотреть, то что-то можно глянуть? Нет? Нет, не откроешь, видать. Да, открой. О-о-о. Это столько. Раз, два, три, четыре. Холодильник. А это вот холодильник, да холодильник. Сейчас я скажу, сколько он по ширине. Раз, два, три, четыре. 90 сантиметров. 90. И высота почти до пупа. Вот как все здесь есть. Ну, карта Алтайского края. Вот это да. А это инструмент. Все. Еще не найдешь. Все вот. И везде-везде надписи вот такие. Ну, в столовую только захожу, сразу видать. Так, а где Сергей? Не в курсе для этих ночей. Его надо найти. Вызвонить как-то. Подумайте, как его найти надо. Потому что мне предстоит одна важная операция. Без вас ничего не сделаешь. А, Павлику... Они же сказали, что пошли в туалет, он и же с ним делал. А, так это все еще там делают, да? Конечно.